сэкономили 3 копейки, не наняли замыкающего, и все. Опа-опа, нифига, иди сюда, на. Вот это за приятно иметь дело с дебилами. Как 2×2 нам? Васян принял 2, остальные все бросили, как смазывают. А мы сидели в боковом туннельчике, ну и они прямо на нас. Как свиней всех перерезали на... Не надо свиней. Жрать хочется. Ну чё, как там хабарчик? Сколько получается на брата? Да не особо. 5 пушек, чуток патронов. Эти жердяи перли на себе шматьё и грибы. Дерьмо всякое. А что это за персонаж? Хозяина каравана. Наш главный хочет у него выкуп, тот же вес, но патрона. Да ладно. Ничего себе. А этому тюфяку просто глотку вскрыл. Просто заткнись и все. Одного нашего ранило! Одного нашего ранило!